История 41-го центрального завода железнодорожной техники насчитывает более 70 лет. И в советские годы, и сейчас здесь продолжают выпускать спецтехнику для гражданских и военных нужд. За производственным процессом наблюдал Богдан Колесников. В этом цехе полный цикл обработки листового металла. Гибка, резка, сварка, шлифовка и полировка. Каркас будущего автономного передвижного комплекса готов, и его отправляют на сборку. Механизированные мастерские укомплектовывают в зависимости от вида обслуживаемой техники. На оснащение токарно-фрезерной мастерской уходит не менее 2 недель. Здесь идет сейчас клепка кузова, внутренняя и наружная обшивка. И в дальнейшем будет заполнение уже станками, оборудованием. Потом ставим на шасси, на прицепы. 41-й завод – единственный поставщик данных изделий для Министерства обороны. Разрабатывает и производит и другую продукцию, в том числе оптическое оборудование. Оптика сейчас очень востребована. Есть много наработок новых, которые уже запущены в серию. Завод расширяется, строятся новые цеха. Также выпускается уникальное оборудование. Это толкачи речные, морские, те, которые необходимы для наведения понтонов. Это предприятие наработало новые компетенции, выпускает новую продукцию, уникальную продукцию по некоторым направлениям, которую не выпускает больше никто. На предприятии работает около 200 человек. Новые производственные площади позволят увеличить численность сотрудников и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.